Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Последнее время у меня на канале только посадка, пересадка, цветы, природа, растения и ничего другого. Я уже говорила, что я ограничена в питании, поэтому всякие вкусняшки показывать вам. Их просто есть будет некому. А мой муж надорвется. Вот. Но хочу сказать, что когда определились, что же со мной творится, то и питание тоже налаживается каким-то образом. Сейчас мы определились, что у меня гистаминовая аллергия или аллергия на продукты, которые содержат гистамин. Такая аллергия возникает, я уже, наверное, вам говорила, что когда непорядок в желудке и кишечнике. Значит, нарушена слизистая, и таким образом нормального пищеварения не получается. Но когда мне врач сказал, что у меня, скорее всего, гистаминовая аллергия, что она плохо изучена, что обратиться мне не к кому просто, что нет такого врача, который бы дал полноценную консультацию или что-то такое. В общем, тогда я обратилась в интернет и посмотрела, что можно кушать при гистаминовой аллергии, а что нельзя. И вот сейчас я вам расскажу, что же мне можно употреблять в пищу. Свежеприготовленное мясо можно, свежепойманная рыба. Это имеется в виду сырая рыба, даже замороженная, ее можно. Вот. Можно употреблять в пищу яйца, безглютеновые зерна, такие как рис, гречка и амарантус или амарант. Вот. Можно употреблять в пищу мне арахисовое масло. Я его никогда не пробовала, пока еще не купила. Вот. Кроме этого, фрукты, такие как груши, манго, яблоко, киви, виноград, арбуз и дыня. Свежие овощи, кроме помидор, шпината, авокадо и баклажан. Молоко кокосовое и молоко миндальное. Попробовала найти в магазине. Есть, написано напиток. Нигде не написано миндальное молоко или не написано нигде кокосовое молоко. Вот, поэтому пока еще не купила, не пробовала. Мне можно оливковое масло и кокосовое масло. Кокосовое масло я тоже никогда не пробовала, поэтому остановлюсь на оливковом. Кроме этого, листовые травы, такие как салаты, например. Вот шпинат нельзя, а салаты, скорее всего, можно. Но в то же время хочу сказать, что салат нужно заправлять маслом. И мы добавляем всегда какой-то уксус или специальное бальзамико, уксус. Уксусы мне нельзя. Сейчас я вам прочитаю то, что мне нельзя. А пока травяные чаи мне тоже можно. А нельзя мне все алкогольные напитки. Это очень хорошо, что мне их нельзя, потому что я их все равно не употребляю. Вот, такие, которые прошли брожение, они богаты гистамином. Вино, шампанское, пиво, ни в коем случае. Такие продукты, которые прошли брожение, как квашеная капуста, винегрет, соевый соус, кефир, йогурт, мне тоже нельзя. Продукты с уксусом, майонез, оливки, огурцы, соленые, вяленое или соленое мясо, бекон, салями, бастурма. Это тоже нельзя. Мне нельзя пепперони, это значит острую пасту мне тоже нельзя. Это, острый перец. Мне нельзя кисломолочные продукты, такие как сметана, кефир и так далее. Мне нельзя молоко, нельзя хлеб по причине, как же оно называется-то?
Глютена, по причине глютена. Глютен при гистаминовой аллергии тоже нельзя. Вот. Нельзя употреблять сухофрукты, цитрусовые, сыры, орехи. Нельзя употреблять авокадо, но это потому, что близко к орехам. Авокадо содержит очень много жирных кислот. Нельзя баклажаны, шпинат, томаты. Из сортов рыбы свежей мне нельзя макрель, это скумбрия. Мне нельзя тунец, анчоусы и сардины. Сардины – это разновидность селедки или что-то такое. Это, скорее всего, тоже нельзя. В общем, нужна только свежая рыба. Продукты, которые усиливают гистаминовую аллергию. Это алкоголь, бананы, шоколад, коровье молоко, орехи, моллюски. Так что морских гадов есть мне тоже нельзя. Нельзя клубнику, помидоры, зародыши пшеницы, консерванты и красители. Нельзя черный и зеленый чай. Вот. Видите, какой список, чего нельзя и что можно. Как же я выхожу из этого положения? Определили мне мою гистаминовую диету 7 марта. 7 марта начался пост. Но с 7 по 13 марта я держала пост. Я не употребляла в пищу ни мяса, ничего, что с коронной пищей называется. Вот. Но батюшка дал мне послабление по состоянию здоровья, и я решила, что я пост держать не буду, я буду придерживаться правил для моего баланса. И вот с понедельника я уже отменила себе пост и начала питаться по тем правилам, которые предписывает гистаминовая диета или антигистаминовая диета. И скажу, что я уже вот в эти 2-3 дня чувствую себя лучше. По крайней мере, тех мучений, которые у меня были, ну, их почти не осталось. А теперь будем возвращать молодость и красоту. Ну вот, как-то так. Ну что, вам еще рассказать, чем мы сегодня с вами займемся? Ну, во-первых, я буду готовить себе суп на мясном бульоне с гречкой, потому что мне разрешено кушать гречку, употреблять в пищу, по крайней мере. Вот. И мы займемся с вами сортировкой шкафов. И первый шкаф, который у меня стоит на очереди, это шкаф, где у меня хранятся всякие чаи. Такие продукты, как крахмал и так далее. Продукты для выпечки. Вот. Сейчас я рассортирую этот шкаф, а потом покажу вам, что же я оттуда отсортирую или приготовлю для выброски. Все вам расскажу и покажу. Остаемся со мной. А вы знаете, мои хорошие, оказывается, я не такая уже плохая хозяйка. Прям сама удивляюсь. Мне казалось, что я не выбросила еще чаи, которые у меня хранятся 2 года. Нет, я их уже выбросила. Почему же так получилось, что чаи пришлось выбросить? 2 года. В условиях пандемии мы не ходим друг к другу в гости. Поэтому чаи утратили свой срок годности. Вот такая большая пачка чая. Тандалти, мне это дарили когда-то в Чибо. Она кончилась еще в 2019 году. Надо убрать. Нирен и Блазанти – это чай для почек и мочевого пузыря, травяной. Срок у него закончился в марте этого года. Можно, конечно, до конца марта его употреблять. Но я его не пью. Там есть какая-то трава, которая мне не подходит.
Вот. Вот этот чай тоже был в каком-то из подарков. Понятия не имею, что это. Лавандой пахнет. Вот такой ройбуш называется, ванильный чай. Закончил свою годность в 2020 году, в феврале. Я уже купила другой. Мои дети, когда приходят, они его пьют. Поэтому такой чай у меня есть. Вот такая какая-то подарочная открыточка. Кто-то в каком-то подарке положил. И мятный чай. Я прям в восторге от себя. Мятный чай закончил срок годности 10 месяца. Это октябрь 2021 года. Кроме этого, на выброс идет стевия. Стевия – это растение, которое заменяет сахар. Я ее покупала, так, а где же у нее? А вот, срок годности у нее закончился в 2020 году, в сентябре месяце. Я ее покупала и пробовала добавлять вместо сахара в варенье, в перекрученные ягоды. И, ну, не пошла она у меня. Есть у нее какой-то вкус, привкус. К нему, наверное, надо привыкнуть. А я не привыкла. Поэтому стевия закончила жизненный путь в мусорном ведре. Кроме этого, я готовила сушеные овощи и грибы. Пахнет очень вкусно. Это можно добавлять к соусам. Но мне со свежими или замороженными грибами работать удобнее. Поэтому это тоже отправляется в мусорку. И кроме этого у меня здесь залежался мед восковой пчелиный, и он тоже отправляется на мусорку. Сотовый, привезен из Казахстана. Ну, уже все, уже срок годности у него истек. Вот таким образом я освободила свой шкаф вот на такое количество продуктов. Вот на такое количество продуктов. Конечно, я не знала, что там столько мало, потому что я думала, что все чаи, которые я покупала еще 2 года назад до пандемии, что они еще хранятся там в шкафу. Просто забыла, что я их уже отсортировала. Но вы не подумайте, что это все, что у меня отсортировалось. Мне еще нужно перебрать один. Этот шкаф я уже перебирала. Так, один шкаф. Ну, еще один шкаф продуктовый. Кроме этого, нужно перебрать шкаф с одеждой. И, ну, вот, наверное, и все. Так что прям восхищена сама собой. Как-то так, мои хорошие. Ну, еще у меня есть одна тема для разговора с вами. Те, кто со мной уже давно, мои подписчики, они знают, что летом я перенесла операцию по удалению опухоли, на желудке. И сейчас я нахожусь на учете в онкологической больнице. Каждые 6 месяцев я иду на проверку. Следующая проверка у меня в конце мая. Все это, конечно, связано, и моя операция, и мое теперешнее состояние здоровья, и мое мощное похудение. Все это связано между собой. И поэтому я хочу сказать вам, мои дорогие подписчики, я готова помочь вам всем и каждому, но мне на это просто нет сил. Поэтому я не могу принять к себе беженцев. Я не могу поддержать ваших детей. И мне очень жалко и вас, и ваших детей. Но я хочу вас всех предупредить. Я не могу принять вас всех в друзья, в одноклассниках.
потому что я просто не справляюсь с потоком информации. Быть блогером обязывает не только снимать ролики и выставлять их на YouTube, как это я делаю. Нужно находить темы, чтобы они были интересны вашим подписчикам. А кроме этого, ты живешь все равно настоящей жизнью, реальной жизнью. И поэтому несмотря на мое состояние здоровья, мне бы каждый день выписали больничный. Я не иду на больничный. Я иду на работу, чтобы оставаться в движении, чтобы быть занятой. Для этого я и начала свой канал. Я должна быть чем-то занята. Не то я лягу и скручусь в колобок. Или, как говорится, клубочком свернусь. Но это так, для сведения. Девочки, мне действительно очень тяжело писать вам отказ. Но вы знаете, что я просто по состоянию здоровья не смогу вам помочь. Ну вот как-то так, мои любимые, хорошие, самые лучшие в мире подписчики. Я жду вас на моем канале. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте. И до новых волнующих встреч. Всем пока-пока.